Друзья, привет! С вами Сергей Мартынец. Сегодня я стою возле таких вот замечательных автомобилей. Это Discovery Sport Land Rover. И это не просто автомобили, это автомобили, на которых сегодня уедут два человека, обычные люди, которые живут в Украине. Да, эти люди пришли в Dolife с опытом. Понятно, что они в этом деле уже несколько месяцев, но буквально результат 4 месяцев работы. Что я хочу сказать? Есть много компаний, у которых есть автопрограмма, да? Но есть одно большое отличие именно Dolife. У нас есть опыт, мы как бы знаем, можем уже оперировать определенными фактами. Главное отличие, что это автопрограмма без обязательств. То есть за этот автомобиль ни копейки партнер не заплатил. Он не собирал какие-то справки, не брал кредит. Он эту машину берет как рабочий автомобиль. Что значит рабочий? То есть он заправляет бензин, даже не переобувает в зимнюю резину и так далее. Вот, поэтому, друзья, разберитесь с автопрограммой Dolife. Это только два автомобиля, которые выданы сегодня на мероприятии ЛДС. И эти автомобили выданы, можно сказать, на закрытом рынке, потому что компания Dolife только сейчас открывает этот рынок. Мы в таком этапе предстарта. Вот. Я знаю, что эти автомобили будут кататься все больше и больше. Мы планируем к Новому году сделать эту автопрограмму. У нас тоже появится, поэтому можете наблюдать, а можете с нами это сделать. Вот. Если вам интересно разобраться, обращайтесь ко мне. Во всех соцсетях я есть. Расскажу, все покажу. И, конечно, если вы решите стартовать, мы готовы будем помочь приехать в ваш город, запустить бизнес вместе с нами. Пока.